Специалисты РН «Пурнефтегаза» сменили деловые пиджаки на спецодежду, отложили документы и взяли в руки грабли и пакеты. Нефтяники вышли на субботник в рамках эко-марафона «Дни зеленых действий». Мы откликнулись на инициативу администрации города Губкинского, всем «Пурнефтегазам» практически. Посмотрите, сколько много людей для того, чтобы убрать, в принципе, небольшую территорию. Территорию нам сегодня выделили, это вдоль улицы Нефтяников и заходом на территорию Губкинской городской больницы. Убирать приходится в основном мелкий мусор. Крупный встречается нечасто. Со своей задачей пурнефтегазовцы справляются быстро. В основном бычки и этикетки от пустых пачек из-под сигарет и от жвачек и так далее. Ну, в основном такой вот мусор. Мы стараемся, убираем траву, мусор, который явно выраженно лежит. На уборку улиц города вышли более 100 пурнефтегазовцев. Массовое участие нефтяников в таких мероприятиях объясняется корпоративной культурой. Несмотря на то, что состав участников субботника постоянно меняется, хочу отметить, что среди наших работников уже есть экоактивисты, которые раз от раза принимают участие в субботнике. Вот, потому что, скажем так, экологическая культура становится уже как бы частью нашей философии. Да, то есть и для РН «Пурнефтегаза» одна из таких важных ценностей – это экологичность. Субботниками дело не ограничивается. В числе добровольческих экологических инициатив пурнефтегазовцев – проект по сбору использованных батареек для последующей утилизации и участие в озеленении городских улиц. Елена Шестакова, Денис Гимп, новости Губкинского.